Дагестанцы теперь и в киберспорте. Магомед Халилов выиграл в финале соревнований по компьютерной игре Dota 2 в составе российской команды Team Spirit. Чемпионат прошел накануне в Румынии. За первое место молодые люди получили более 18 миллионов долларов. Отметим, что это первая за 10 лет победа российской киберспортивной команды в крупнейшем мировом турнире.